прекрасному Чурлёвису, иногда по Остроухову мчались мы с одной знакомою на машине «Жигули». Заезжали в Левитана мы в октябре его пожухлые, направлялись мы к Волошину, заправлялись как могли. В республике Цветаевой, через область Заболоцкого, с нами шла высоковольтная акуджавская струна. Поднимались даже в горы мы, покидая землю плоскую, между пика Барда Пушкина и вершиной Пастернак. Некто Вольфганг Амадеевич слал нам ноты из-за облака. Друг наш Николай Васильевич улыбался сквозь туман. Слава Богу, мы оставили топь сафроновскую побоку, двор заезжий Долматовского и пустыню Нылбалдян. Между Грином и Волошиным на последнем переходе мы возвели шатер брезентовый, осветив его костром. И собрали мы сторонников рифмы, кисти и мелодии. И представьте, тесно не было нам за крошечным столом. По прекрасному Чурлёвису, иногда по Остроухову, по прекрасному Чурлёвису, иногда по Остроухову.